Здравствуйте, уважаемые! Серега, вы его знаете уже, а мы, как всегда, почти на Новокузнецкой встречаемся. Здесь всегда... Место встречи нельзя. Да, и здесь кто-нибудь долбит об чем-нибудь постоянно, что вообще радует и всегда повышает настроение, кто бы ни долбил. У нас сегодня высокая поэзия, высокое искусство. Редко я выдаю вам на своем канале поэтические всякие... херовины, что блядь, я не знаю. Серега будет выступать. Ну, сейчас мы с дебютом, да, на сцене. Если ты захочешь сейчас улыбнуться, я буду этому рад. Если ты захочешь сейчас улыбнуться, я буду этому По 9 часов отдаешь ты работе своей. Труд, конечно, противен, тяжел и дешев, провоцирует только мигрень. 3 часа на дорогу туда и назад, если в пробку не встал на пути. Раздражение, злоба, депрессия, мат изнутри начинает трясти. Ужин поздний, согретый женой в попыхах, борщ, котлеты со стылым пюре, разговор о погоде, коллегах, деньгах. Смотришь, снова темно на дворе. Ни до плотских утех, ни тебе, ни жене. Измотались и рано вставать. Прочь важнейший инстинкт. Отдых ясно нужней. Чудо острова манит кровать. Но едва на подушку устало прилег, сон, конечно, сняло как рукой. И привычно в мозгу застучал молоток, разгоняя блаженный покой. Что ты делаешь здесь? Для кого? Нахрена? Посмотри на себя, чем ты стал. Ипотека, работа, пюре и жена. Ты об этом ли в детстве мечтал? Ты ж как будто хотел покорять океан, в небесах совершать виражи, безрассудно бросаться на вражеский танк. Что в итоге? Давай расскажи. Уважаемый, можно задать вопрос? Мне все люди, которые меня сегодня окружают, говорят, что вы знаменитый человек. Офигенный человек. Да, а знаменитость, она в чем заключается ваша? По миру ездил, вот из Австралии сейчас прям проездил вот здесь. Из Австралии в Москву, да? Потом в Бельгию поеду. То есть музыка и все, да, и весь мир, да? Да. То есть, как бы, да. Сегодня будете выступать? Безусловно. Практически... Федор Конюхов, московского андеграунда. Мы вот сейчас будем настроиться и, собственно, второе отделение начнем. Наверное, номер. Как ваше имя? Эрл Грей. Эрл Грей. Итак, Эрл Грей в московском клубе «Альбион» сегодня выступает. Никогда свое воле опустилось, рот зашипели, воздух грязит и кучели, козлы. Не
мне, пожалуйста, Настя, вот твоя формация, твоя Вилла Севилла, она подразумевает конкретно что? У тебя, как у организатора этого всего, есть какая-то своя идея? Идея? Ну, пока идея дать возможность всем ребятам, которые что-либо сочиняют, выступить и как-то себя показать, проявить, почувствовать себя на сцене. Мы все с этого начинали. То есть, организатор уже, говорю, не я, а мой гражданский супруг Игорь Паладин. Потому что быть тяжело автором и организатором одновременно, я поэтому разделяю сейчас. Ну, то есть цензура, например, у тебя никак не обозначается, да? Пока то есть нет. Всякий человек приходит, нет, ну как, ну, например, могу прийти я и такое выдать, что уши завянут вообще, даже у барменов вообще. Не, ну по сути дела, я могу заявиться к тебе на выступление. Вот сегодня тебе заявился, например, Паша Грицак, да? Ты даже не знаешь, что он будет читать. Я даже не знала, да, про двух последних артистов, потому что уже уехала по делам готовиться. Ну, то есть, по сути... Два артиста, да, которых я вообще ничего не знаю. Ну, вот один из них, да. МС Динози, город Реутов, Аля Наукоград, то, что я там вырос, рос. И вырос, я всему этому рад, да, я иногда езжу выступать в Москву, ву, кричу hello, Moscow, и потом а-ля ву. Ответ стоишь, сомнение сочится, ты пишешь в строчках, не надо мне красивых генералов, не надо ставить точку и заново бросать на розовые проблески рассвета, в глаза смотреть и понимать все взглядом. Вот постижение тебя. Здесь недописанность, невысказанных строк. Ответствуешь! Ты рядом. Ходил весь день, расхристанный, свободой упивался, промочив ноги. Вечером задул свечу, спрятал шапку за пазуху. Потянулся и кая. Пнул рыжего кота босой ногой. Да и помер нахуй. Это из-за кота! Нельзя говорить! Будто белым замерл попинку. Будто шахи скрипят по ине. Будто с воздух звенит зябко. Будто снова собираться в дорогу. Торопливо собрал скудные вещи, не спеша выпал с тылого чая, суетливо забрыл мертвые ставни и шагнул навсегда в вечность. Из меня льется лучше неведомых строк. Что, где, когда, горе не беда, окружают нас разные пустые города. Президенты, патриархи, мастера мазовских лож, адмиралы, олигархи, золотая молодежь, кандидаты и магнаты, мафиозные тузы. Дьявол ждет вас всех, ребятки, на каналах кипят азы. Сейчас мы просто завершаем, ну, водочкой. Как бы, водочкой. Посещение поэтического вечера Виллы Севиллы. Кстати сказать, очень даже интересного, как мы говорили с Серегой в самом начале. Я сказал Сереге еще в самом начале, что давай, короче, не будем сразу рубить с плеча. Да. Может быть, мы что-нибудь услышим интересное. А мы ведь услышали интересное. И вы, ребята, наверняка тоже услышали интересное. За поэзию? Да, за поэзию. Реутов, Москва, Реутов. За маргинальное искусство, ребят. Это не штампуется на русском.